Ильичевск в пятый раз подряд стал обладателем голубого флага. Такой знак получают те пляжи, которые отвечают высокому качеству курорта по международным показателям. Для того, чтобы добиться этого статуса, необходимо соответствовать требованиям почти по трем десяткам параметров. Например, системы волнорезов и водоотвода устроены так, что даже при шторме в акваторию пляжа не попадают отходы с предприятий и суден. Ну а по европейскому типу пляж оборудован пандусами, питьевыми фонтанчиками, кранами для воды, раздевалками, спасательными вышками, спасательно-водолазной службой и полем для волейбола. Так что курортный сезон в Ильичевске можно считать открытым.